В объективе «Семья» под таким названием в преддверии Международного дня семьи в Ярославле открылась фотовыставка. В рамках областного конкурса в соответствии с целевой программой «Семья и дети Ярославии» организаторы выбирали лучших фотографов-любителей со всех уголков нашего региона. Такой конкурс проводится уже в 12-й раз и в этом году посвящен празднованию 80-летия со дня образования Ярославской губернии. В первом этапе принимали участие 14 муниципальных районов. В адрес профессионального жюри было отправлено около 200 работ. Сегодня стали известны имена победителей в 5 номинациях. Уже 21 мая на празднике, посвященном Дню семьи, любви и верности, на Даманском острове они получат заслуженные награды. Ярославская земля славится, безусловно, своей природной красотой. И это тоже наши любители-фотографы смогли и сумели показать. Вот, наверное, поэтому это выбирает каждый человек. То есть фотограф-любитель выбрал то, что ему наиболее понятно и что для него более ценно. Очень часто среди фотографов это не взрослые люди, это дети. И, возможно, это не только какое-то хобби на сегодня, а может быть, когда-то из этого и вырастет профессиональный фотограф.